Типа, блядь, пойду посмотрю в Ахо игру, и там будут рассуждения мои. Разговоры со Славиком. Шпунчик матерится, тут Самаэль тоже нецензурной бранью выражается. Все тут цензурой замазано. Все, как бы записываю уже. Что-то там мажет что-то. Да, можешь рассказать им на будущее что-нибудь. Итак, ребята, здрасте, это мой первый стрим, короче. Не судите меня строго, это первый стрим. А всегда... Сейчас я буду показывать вам очень интересную тактику. Сегодня я покажу вам, как играть за имперскую гвардию. Итак, сначала мы должны загрузиться. А Самаэль нам сегодня покажет, как не надо играть за хаос. Ну, будет интересно, если он тебя отодрет, блядь. Тогда я скажу, что я поддавался. Я тоже, кстати, за хаос. Ну, ты тоже покажешь, как не надо играть. Я не знаю, что я ему покажу, если честно. Ну, можешь показать, как надо играть, чтобы так был контраст. Короче, тактика такая. Ставим штаб куда-нибудь вот сюда. Просто так сюда, потом мы замечаем, что здесь находится точка, и понимаем, что мы можем отстреливать эту точку. Понимаем, какие мы умные. Генератор куда-нибудь сюда ставим, просто подальше от врагов, чтобы им дальше было бежать сюда. Бежать именно. Будут бежать, они придут на вашу базу и будут искать ваши генераторы. Они не найдут вокруг штаба генераторов и уйдут домой. Но по ходу передвижения домой они попадут под обстрелы штаба, и поэтому все погибнут. Приятного просмотра. Построив штаб, мы строим командора. Так, что за красная такая хренотень? Там еретик атакует нас. Да реально, хороший был вопрос, кто кого застраивать будет. Я даже не рассчитывал, что он настолько актуален будет. Мы тоже можем строить всякие хернюшки. Вроде болтеров. Наши болтеры мощнее, чем у них. Я как-то так турель по-конченному поставил, что это пиздец просто. Еретик расследует территорию, но у него ни хрена не получается. Я такой ракал, это пиздец. Тебя застроили? Нет, я криво поставил очень точку. Атакуйте, мои любимые ребята. Слушай, мне нужно рабочего убить. Ну ладно, мы даем фору нашему противнику, делаем вид, что мы ничего не замечаем, все идет по плану, так как им планировалось. Все, идете, снимайте эту точку потом. Ну, атакуй турель. Гали, моя турель не достреливает до позиции. Мне кажется, что я тут проиграл. О, нет, тут еще КСМчики пришли. Вообще, всех в жопу. Нет, 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 не попадай под удар. Что у тебя там такое творится? Да вообще жесть какая-то творится. Да. Нормально тут, блядь. Давай, да, стреливай. Достраивай, точнее, достреливай, говорю. Достроил и отошел. Все, отлично. Шикарный пацан. Вали, вали, строители, вали, Славик, помогай мне. Что, где? А, все, понял. Ну что за херня, турелька? Турелька, ты меня огорчаешь. Вообще просто капец, как огорчает меня турелька. Да, неужели он же сможет для лечения турелька? У меня погибает... Еще один юнит, и все нормально. Там серые. Мы делаем вид, что все нормально. Рак тоже потерял героя, поэтому все хорошо. Он может так настраивать, снимать. А, ну как бы, пожалуйста, давай, ты мои будешь убивать по 20, которые стоят, а я буду твои их убивать, которые по 50.
интересно. Лучше бы он турельку сносил, потому что это пушечное мясо вообще бесполезно. Что это? Что это такое? Кто там умирает? Целый отряд сдох. Ну ладно, они принесли себя в жертву. Эх. Так, герой не строится. Точки не захватываются. Дохлые, дохлые. Один отряд тоже сдох у них. Снесли. Там сейчас опять этот герой, сейчас на Т1 будет, это масса у хаоса. Я буду с ним бороться. Ты там своего передави только. Отходи под мою защиту, скажем так, к бараку моему мега-крутому, если что. Скажем так, я не против. Пойду точечку сниму немножечко. Раба, уничтожай. Но они его зарежут, пока он без этого. Не-не-не, не надо, меня резать не надо тут. Ты осторожнее, строителей сливаешь, Славик, на базе. Точно. Ну, а серые сюда сейчас идут, поэтому все не очень good. Так, точно, мне нужно бежать. Мне как бы тоже. О-о-о, что здесь происходит? Ну, падай, хренотень. Ну, один разочек. Да беги ты до него и тыркни, там 6 хп. Нет, он не хочет. Не хочет его тыркнуть? Утырок. А чё они не хотят постреляться тут? А, кстати, снесут мою. Попробуем подраться. Давай. Как-нибудь что-то сделаем. Да, ты-то раскидывай в рукопашках там пока. Ай, блин, от тебя откинуло. Все, уходи. Плазму дает. Жирный козел. Проблема в том, что я хотел в Т2 пойти, а потом... Перехотел. А потом ракетными турелями его загасить. Но, честно говоря, хрень получается. Вообще слабенько коцает. Я в Т3 перехожу. Может быть, что-то да получится. Да, с твоим Т3 что-то да получится теперь точно. Все, ты бесполезна со своим священником. Ну, по идее, по ресурсам-то, ну, мы как бы в плюсе же должны, по идее. Да, в плюсе, быть. Потому что я, по крайней мере, не давал. То, что реликт они еще не взяли пока, слишком, мы не только его отбили. Ну, тут на трех точках, на двух даже точках тут сидел, я на четырех. Ну. Хотя я сливал очень много, если честно. Мой реликт я отстоял. Они на него не нападали даже. Просто турель снесли и не пошли дальше. Не понимаю прикола этого. Ну ладно. Не пошли и не пошли. О, ну теперь пошли. Блядь, нужна теперь... О, Т2! Фу-фу-фу! Что именно? У тебя турелька Т2 тут. Да, я ее специально сделал. Я знал, что это будет. Это жесть, конечно. Пойду тоже поотпугиваю там их. Они ж не возьмут ее. Возьмут? Они ж размножаются. Убей того, который мало хп там через А. Ты а то у тебя герой. Ты серых рыцарей отстреливаешь. О, все, еще меньше урона стал. Серых рыцарей отстреливает. Угу. Я сейчас еще прибегу. Да, он ресурсов, конечно, на нее просрал, наверное, сколько эта точка стоит сама. А, не хотелось бы, конечно, терять. Но. Что там?
Полтер стоит. Не, о, блин. У них техника гладит. Не бойся, у меня вот три выпадают. Пошли, разворачивай их. Ну окей. Почему два, один остался? Все, отряд минусанули мне вообще жопу. Меня нужно отстоять тут. У них то... А, не, у него просто болтеры. У тебя герой, герой, герой. Все, он... Обязаемо, я уже не контролировал его. Сейчас болтерменов поотстреливаю все. Все, атаковать надо. Они много потеряли. Я атакую космика. Да, атакуй, конечно. Ох ты, там космика, все, поснес его просто полностью. Уничтожил. Ты выглядишь, что там, ты выложишь те видео, которые мы 1 марта играли? Спрашиваешь. Да, поиграли, типа? А я не помню. Ну, у меня есть эти записи все, как бы. Я их, может, забыл выложить, поэтому, да. Я ж Пунтику специально не отвечу, я выложу это видео, чтобы он нашел ответ на свой вопрос тут. А, так я с Самаэлем дрался. Точно, это Шон Хаут мега. А, космичка, конечно. Вселенная, вот это три у Хаоса слишком быстро, легко дающиеся. Играет свою роль. Но они через турельку очень интересно играют, мне он нравится. Раньше же вообще никто так не играл. Да, вот эти ребята играют, довольно-таки это действительно эффективно, я считаю. Да, несколько лет назад играли, по-моему, это вообще такая редкость в день. Это два у него все еще, боже мой. Он много очень с тобой там бодался, что у него до сих пор это было. Не, так это понятно. О, сейчас там техника будет. У меня как раз для этого есть часовой. Сам добьешь его? Ну давай попробую сам с ним уже потягаться тут. Ну, давай. Он уже строит технику. Блин, у меня до сих пор нету часового. Там осквернитель, наверное, сейчас выползать будет. Еще одного рабочего, который пойдет. У меня два отряда кошмаров есть на него. Ну ты же сам хочешь. Да, мне интересно, как бы мы с ним бодались дальше, один на один. Ну, то, что я тут ему уже опять точек мало оставил, это понятно. Что у него, сколько точек осталось? Две штучки. Тухло. Да, как-то совсем. Не круто. Кстати, три священника режут. Вот Т3, смотри-ка, Т3. Ого, ну ему негде ставить. Три есть? Священника режут этого технику. Ну, это понятно, что священники вообще, в принципе, неплохо ее режут. Я тебе так скажу. Так, часового только вперед не надо. Или надо. Или не надо. Или надо. Тут уже Т3 сейчас отверженные полезут. А у меня нету Т3, кстати. У него может не быть денег банально на него. На все это. Ну, может быть, кстати. Один отряд отверженных, ты его расконтролишь. О боже. Сколько он денег отдал этих... В эту бесполезных этих паучков.
как тебе сказать, бесполезный. О, нет, он замедлил моего часового. Хотя бы. Технику он, наверное, не замедляет. А технику, да, кстати, что-то я не вижу. Дальше побежали. Все, вот и вся техника. Бегаешь от нее просто, он, ну, бесполезен. Я ему не дал построить, конечно, этих мудачков. Даже у тебя нормально покоцают сейчас. Моя пехотка. Блин, хотя, честно говоря, нет, не очень-то и круто. Я думал, я перестреляю его. Честно, мне так казалось. Чего это три нету? Все, добиваю его, короче. У меня куча ресурсов, я получил экономическую победу сейчас. Короче, ты его выиграл, правильно? Да, правильно, я его выиграл. Ты сам все видел, как я выиграл. Все видел, да. Больше нельзя больше терять и тянуть время. Иначе он нас выиграет. Да не, я сомневаюсь, что он выиграет с двумя точками. Не, он нас выиграет, Слай. Сейчас я армию вторжения подготовлю. Оп, взрывает. Он бомбардирует нас, подготавливает плацдарм для атаки. Обработка грамотная какая. Все по законам военного тактического. Короче, военного тактического. Все по законам военного тактического. Да, хватит, на этом остановимся. Того самого военного тактического. Я уклоняюсь от его атак. Ты прям как в матрице от этих снарядов уклоняешься. Я просто, мои одержимые кричат: огонь артиллерийский, все к земле. Давай мы его просканируем тут. О, жертвенный круг, там сейчас вообще жопа. Атакуем, все, атакуем. На самом деле, когда хаус с хаусом воюет, нужно еще строить в штабе чернокнижника, на вот этих отверженных кидать цепи боли и расстреливать их издалека. Вот так вот. Я и так их разъебу. Ну, это я давал совет вот этому Самаэлю. А у меня тоже такой есть. Тоже такой есть. Сейчас поорет, типа маратку там снимет, которой нет. Нет, не орет. Ну ладно. Мне кажется, у него слабее. Потому что умирает быстрее. Вообще слабенький. Правильно, кромсай в рукопашке. У меня еще берзеркеры есть. Безумцы эти. Берзеркеры? Ого. В Винтерассауте такая дикая мощь была, по-моему, они даже сильнее, чем отверженные были. И они на Т3 давались. Берзеркеры на Т3? Да, в Винтерассауте. Они вообще такая дикая мощь была. Дичайшая, да? Да, там реально, потому их и любили все, что они действительно разрывали просто. Они огринов там рвали у имперской гвардии. Надо, кстати, Винтерассаут еще раз перепройти будет. Окей. Ой, не, я разрыдаюсь, если я его буду перепроходить. Чего? Такая ностальгия жесткая. Слишком много чувств меня нахлынет на меня. Я вот все думаю, готику еще попроходить не могу. Ой, Слайк, это вообще ужас будет. Я слишком, этот самый, как рассказать, сентиментальный для таких вещей. У меня все подходит и подходит ребятам, чтобы издалека пострелять. А, вот, тут твои эти нахлебники снизу. Ну, надо их уничтожить.
Короче, клин клином выбивается. Это был урок этого видоса. Мораль Себастьяна такова. Клин клином выбивается.